Отлично. снимается всеманские голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Это она? Да, она. Хорошо. И я даю команду. Тонкая копия выходит из биоробота. Выходит также любые подключки. Копии голограммы, находящиеся в ее биороботе, если таковые есть, и становятся рядом. Мешает очень сильно кто-то. Кто-то мешает тебе? Вот за это ему будет сегодня кто-то очень сильно наказан. Хорошо. Возьми э, 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 сканер прият ручной, и просканируй пространство вокруг Юлии. Все невидимое становится видимым. Все подключки, все голограммы, все чужеродные копии, все выходит, становится рядом, сила моего намерения. Да, будет так, а так и есть. Драконами. Отлично, хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем. Юлию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами вместе с тонкой копией Юлии поднимайся в комнату диагностики. Она на месте у нее э, голограмма у нее. Отправляю в Клетку, тюрьму. Один, два, три. Что-то мешает тебе еще? Нет. Отлично, И. Я приветствую Юлю. Интересуюсь, готов ли, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Отлично. И насчет счет три. Юлия стоит в сканере. Сканер начинает сканировать все пространство над головой, под ногами. Теперь мой становится ее заложником. Один, два, три. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел. Юлия находит все. Знаешь, у нее от голограммы идет да. какая-то коробка. А, то есть голограмма подключена, как она как в коробке в какой-то такой прозрачной. И эта коробка где находится сейчас? На ней и сила моего намерения коробку отправляю в клетку тюрьму. Один, два, три. Да, будет так. А так и есть. Да. Хорошо. Ждем окончания сканирования. У меня два канала. Хорошо. Дракона гуманоид. Отлично. Какой дракон? Красный. Цифры над головой? 841. 841 дракон. И подхожу к дракону. Дракон, что ты делаешь в этом биополе? Человека, который прочитал Манифест, ты готов сегодня уходить в галактическое ядро вместе с гуманоидом? Открывается галактическое ядро перед клеткой дракона 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Кричит. Отлично. Закрываю галактическое ядро 1, 2, 3. И даю дракону удар. 150 тысяч герц удар. Уменьшая дракона в два раза силами его намерения. Да будет так, а так и есть. Но он, как сказать, сожалеет, но ничего. Он не, не сожалеет. Он не сожалеет. Да. Мне, мне все равно, что какие у тебя договоры с гуманоидом. Мне все равно. Понимаешь? Мне все равно. Я ты, я тебя нашел в биополе, ты будешь наказан. Подхожу к гуманоиду и так поразит. Что ты здесь делаешь? Влад, просканируй а, его а на защиту. Я а, отлично, Влад, просканируй его защиту и сожги ее. Отлично. И я повторяю свой вопрос: что ты здесь делаешь, паразит? На каком основании ты зашел в биополе человека? Он не может, ему плохо без защиты. Он его слепит, ослепляет. Свет. Мне все равно. Мне как? все равно. Ее тоже ослепляло от твоих. Итак, я тебя спрашиваю. Я тебя уничтожу здесь паразит сегодня. На каком основании ты здесь находишься? Но он ее как вот э, мотылька поймал. А, отлично. А сейчас, я тебя спой... а сейчас я тебя споймал, мотылек. Откуда ты, гуманоид? Как в банку посадил. Хорошо. я поня... Понятно. Сейчас я его споймаю, как мотылек. В банку посажу. Откуда ты пришел? Сириус. Ловец душ? Ловец ангелов. Ловец ангелов. О, ты любишь ангельскую энергию? Да. Дорого платят. Да, я тебе сейчас ее прямо в рот засуну, ангельскую энергию, и посмотрю, через сколько секунд ты превратишься в пепел. Он говорит, что мне и так уже плохо. Ты уже здесь, тебе еще сегодня хуже будет намного. Поверь мне на слово. Сколько ты был в этом биополе, я тебя спрашиваю. Как ты осмелился войти сюда? Когда это было? Десять дней. 10 дней. Значит, ты был на 10 дней больше, чем нужно. Хорошо, я даю команду тункой копии Юлии начать отторжение всей чужеродной энергии, которая находится в ней, на чистоте дракона и гуманоида на счет 3. Безболезненно из ее биополя выходит гуманоида на счет 3. Весь яд, все выходит на счет 3. 1, 2, 3. Крутится быстрее, быстрее, наматывая все на себя. Да, готова. Отлично. Большой шар. Да, открывается под ней портал галактический ядро. Это шар улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. И я подхожу к Юле, кладу руки на плечи. Вернее, не кладу, Юлия сама умеет. И я даю команду Юлии включить внутренний белый свет и импульсом высоковибрационного импульсного удара сжечь каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы, Готово. Отлично. Все, открывается портал галактической ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатаю растворяй. Хорошо. Так, и я делаю запрос. Прошу Ли еще раз со мной выйти на связь. Здесь. Приветствую, Ли. А, пф, не думал, так скоро встретимся. Гуманоид Сириуса взял дракона. Тот прожег защиту, как всегда. Вот, установил. Все в клетке стоит, что он установил. Десять дней сидел в человеке. Ловец энергии ангельских. Они заберут обоих. Хорошо. Возвращая дракону. дракону... Поставят Воз... метку. Отлично. Возвращая дракону первого с данной размером Один, два, три. Все, дракон. Вот тебе сегодня будет очень жаль. Вместе с гуманоидом. Как Юли было жаль. Когда вы вошли в ее биополе. Оно это плохо, у него как, как вот глаза, вот эта вот часть, как ослепляет ему свет. Ну и что мне делать, молодец? Маску Ну Нет, они его забирают. Хорошо. Раньше надо было думать. Готово. Хорошо. Видим все, что осталось. В клетке открывается портал в галактическое ядро. И весь этот мусор улетает в галактическое ядро. На переработку закрывая, печатаю, растворяя. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи. Вытесняем все микроны чужеродной энергии за пределы этой комнаты. И посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Юлии до полного восстановления и корректировки. Какая частота вибраций? 600. Да. И 30. И 30. Хорошо. И на счет 3, макушку головы Юлии, начинает входить 7. Высоко вибрационных потоков по 600% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняют, усиливают. Все необходимые цвета и начинают поступать. Ангельская энергия идет отдельным каналом, заживляя все раны, вытесняя все микроны чужеродной энергии, возможно, оставшиеся в ее биополе, наполняет все тонкие тела. Частота ее вибраций поднимается до числового значения. 30 Гц. Пошел подъем. Я приглашаю в комнату куратора Юлии друга Ангела. Прошу прийти, пожалуйста, к комнату к нам. Здесь. Кто у нас? Снимаются все маски и голограммы. Арсений. Арсений, приветствую, дорогой ангел Арсений. Давно не виделись? Он, он улыбается и говорит, что Юля учится. Я понимаю. Я как раз хотел спросить, что она сделала неправильно, что этот гуманоид в нее вошел. И может, Арсений, вы расскажете, как ей самостоятельно ангельские энергии убирать вот такие вещи? Он говорит, на то они и ангельские энергии. Она должна изнутри сердцем это понимать, свою душу слушать. А он говорит, что я ей сейчас запущу еще раз по кругу, как за руки они берутся, ангельские, чтобы она поняла разницу. Отлично, хорошо. Смотрите, Юлия, внимательно. И запоминайте, ангельская энергия, она внутри уже в вас, она изнутри идет. Вы И должны это... говорит, что изнутри э, стройканал. Да. Обращение ко мне строй изнутри, а не снаружи. Вот. Он даже ей показывает, что она легко может представить, что вместе с этой ангельской... То есть ангельская энергия это и есть она. Она может представлять, что она встречается с ним где-то. То есть этот ангельский поток она запускает до него. Она расширяется, уменьшается. То есть у нее уровень души такой, что она может это делать. Отлично. Только пусть отличает этот свет от под ключик. говорит, что ей больше знаний надо, просто то есть для нее было много информации, и она ей нужно больше теории вот что он говорит. Ну, если она будет этим заниматься, она у нее и будет. Она, она начала с практики. Понятно. Практика это тоже хорошо, но практика без теории это выкинутое потерянное время и опыт ошибок, который никому не нужен. Поэтому нужно и теорию знать. Благодарю вас, Арсений. Он говорит, что я благодарю вас. И, Верочка, в твоих руках появляется наша традиционная большая корзинка для Арсения с самыми вкусными ягодами на земле. И он поделится со своими друзьями, передаем ему это в знак и благодарности за его помощь, за то, что он пришел. Согласно нашей традиции, которую нельзя нарушать. Как всегда, приятно с вами работать. Замечательно. Нам тоже всегда приятно видеть ангельский мир, как и все остальные. Благодарю вас, Арсений. Мы будем возвращать тогда Юли сейчас назад. Всего доброго вам. Я не прощаюсь. Говорю, до, до, скорых встреч. Увидимся. Увидимся. Отлично. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Юлии в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Синхронизируем энергию вибрации, гармонизируем, распределяем между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. На месте.